Он выполнен в форме носа корабля. На палубе работает диджей, звучит музыка. Корабль могут посетить все зрители матча Кубка Конфедерации. Внутри можно подписать открытку с видами Сочи и отправить ее по любому адресу, как по России, так и за границу. На церемонии открытия глава города Анатолий Пахомов подписал и отправил приветствие мэрам всех сочинских городов-побратимов. Он пригласил коллег посетить Сочи в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. Корабль гостеприимства будет работать у стадиона 21, 25 и 29 июня. Здесь также можно сделать временную татуировку-наклейку с символикой Кубка Конфедерации.